Привет, меня зовут Андрей. Со мной вы узнаете прогноз погоды на 20 мая. В Барнауле ночью плюс 17, днем плюс 25. В Белокурихе ночная температура плюс 15, дневная плюс 24. В Горно-Алтайске ночью плюс 14, днем плюс 23. Перейдем к погоде в нашем городе. В Бийске переменная облачность, возможен дождь. Ночью плюс 16, плюс 18, днем плюс 24, плюс 26. Желаю бийчанам хорошего дня, а выпускникам успешно сдать ЕГЭ.